Роль СМИ и общественных организаций в формировании нетерпимого отношения к коррупционному поведению. Под таким названием состоялась стратегическая сессия. Сегодня в Ханты-Мансийске проходит международный форум «Развитие человеческого капитала в новой экосистеме государственного управления». В мероприятии принимают участие представители органов власти, общественных институтов и, разумеется, средств массовой информации. Стратсессия прошла в необычном формате. Участники объединились в группы и методом мозгового штурма разработали дорожную карту по борьбе с коррупционными проявлениями в обществе. На одной из площадок обсуждалось антикоррупционное просвещение молодежи, интересные способы донесения информации. Например, в виде роликов в социальных сетях, ролевых игр, квизов. По словам директора Центра Уральского института РАНХИКС Ольги Дзюба, основная цель стратегической сессии – эффективное воздействие СМИ на сознание людей и формирование у них неприятия коррупции. Я рассчитываю на определенный эффект этого мероприятия, когда мы, сняв обратную связь со средств массовой информации, с общественных институтов, можем заложить их в качестве тех мероприятий 2023 года для органов государственной власти для реализации информационной политики в сфере противодействия коррупции.